марокканцев. Не получается бросок у Рональда Кнота. Не получилось. О-хо-хо! Красота какая на дальнюю! Проходит штангу. Это передача. И 3-0. Ну, здесь, это, мне кажется, один из самых легких голов Тимура Хафизова в карьере, потому что все для него сделал в этой ситуации Павел Парянин. Резкий пас на дальнюю штангу. И пустые ворота забивает 87-й номер Никиты Кошаева.